А в Перми подвели итоги благотворительного марафона «Подари надежду». Праздничный концерт в Доме культуры имени Юрия Гагарина стал душевным и трогательным завершением сбора пожертвований для помощи детям с различными заболеваниями. Следующие в фойе Пермского дома культуры собрались в этот день не только для того, чтобы познакомить всех с народными традициями, но и еще раз напомнить о том, как важно, особенно в праздничные дни, уметь делиться с ближними. Идут последние часы благотворительного марафона. Участники ярмарки представляют свою продукцию. Все это для того, чтобы собрать деньги для больных детей. У нас собирается такая приличная сумма. Вот ныне мы собрали где-то около 1 300 000 для того, чтобы помочь тем детям, которые обратились за помощью к владыке митрополита. Благотворительная акция стартовала еще в начале рождественского поста. А главная ее цель, чтобы подрастающее поколение не забывало слово «милосердие». Все советское время такое было отношение к слову «милосердие». Это поповское слово. Вот дай Бог, чтобы слово «милосердие» стало не только поповским словом, но стало словом употребляемым. В глоконцерте приняли участие коллективы воскресных школ и ансамбли города и области. По итогам сборов будет оказана адресная помощь ребятам, нуждающимся в лечении и реабилитации.